В эфире КМТВ, программа конференции. Я ее ведущий Денис Каптарь. Сегодня мы поговорим о такой теме, которая, наверное, волнует очень многих. Как сохранить свои сбережения? Особенно в условиях, когда рубль в последнее время несколько колеблется. Сегодня у нас в студии научный руководитель научно-исследовательского центра «Неоэкономика» Олег Вадимович Григорьев. Здравствуйте. Добрый день. Господин Григорьев, у меня к вам сначала такой вопрос. А насколько вообще обоснованы разговоры о второй волне кризиса? Вы как считаете? Ну, вы знаете, они никак не обоснованы, потому что кризис просто идет и идет, да, там была, ну, там говорят, первая волна, ну, просто обострение его, и с тех пор он продолжается, так вот все время и будет колебаться, будут происходить разные события, конечно, неприятные. Говорить, что первая, вторая, просто идет кризис, да, вот к этому надо, в этом ощущении надо жить. Быть ко всему готовым. Сколько он будет длиться? Ну, знаете, некоторое время назад так экономисты говорили, ну, год-два, да, сейчас делится на оптимистов и пессимистов. Оптимисты говорят еще лет пять, пессимисты говорят, ну, через 10 лет, может быть, мы из кризиса выйдем. Да, да, он будет длиться долго, то есть там 10, 15, 20 лет. Это большой глобальный кризис, проблемы не решаются, никто даже не приближается к решению этих проблем, там, хотя бы мыслительно, да, хотя бы в понимании проблем. И поэтому, пока не поймут, да, пока не сообразят, он и будет длиться. А в чем же такая была допущена большая ошибка или много ошибок, что кризис столь затяжной окажется? Вы поймите, кризис, никаких ошибок не было. Да, в конце концов, все очень хорошо известно. Да, там, капитализм, свойственны кризисы, это как бы давно известно. Да, давно доказано, давно показано. Есть там куча теорий цикла, да, что капитализму кризисы свойственны. Значит, есть теории, согласно которым там рано или поздно должен был наступить вот этот глобальный кризис, общий кризис. Ну вот могу назвать известного автора Розу Люксембург, которая про это говорила в свое время, хотя, например, не признавалась там в том числе и коммунистическими ортодоксами. Вот этот кризис, да, он наступил, никаких ошибок не было. Там, можно было вести другую политику, он наступил бы раньше, он наступил бы там, двумя годами позже, или тремя, или там, пятью. Он в любом случае должен был наступить. Ну вот он наступил в 2007 году, и вот он с тех пор идет. Вы сказали о капитализме. А если бы у нас был сейчас социализм советского образца, кризис бы нас коснулся? А вы поймите, вот это очень интересный момент. Социализм советского образца по модели развития был очень похож на капитализм. Он и пал от такого же, вот то, что случилось с социализмом, мы как раз используем эту модель. И можно понимать, да, вот что случилось с Советским Союзом, кто помнит, да, и то, что случится сегодня с миром, это одна и та же модель, да, просто в Советском Союзе это произошло раньше, а вот во всем мире это происходит сейчас, там, спустя 20 с лишним лет постсоветского союза. Советский Союз пал именно от такого же кризиса, потому что законы развития Советского Союза были такими же, как у нынешнего капитализма. Ресурсы развития Советского Союза были такими же. А в таком случае наш вопрос о том, как сохранить сбережения, приобретает несколько такой риторический, да, смысл, как вы считаете? Ну, почему? Ну, смотрите, да, давайте, я всегда могу сказать, да, что, конечно, в каком-то конечном счете, конечно, никакие сбережения сохранить, ну, вот, как привыкли их хранить, да, что есть где-то деньги, которые можно использовать, там, на черный день или еще что-то, или, там, безбедно существовать. Вот в таком смысле, да, там, на длительном промежутке времени, конечно, об этом говорить нельзя, да. Опять-таки, я не знаю, когда наступит тот момент, когда деньги, любые деньги, да, перестанут иметь какое-либо значение. Этот момент может наступить через 20 лет, через 10, а может быть, там, скажем, зимой следующего года. Ну,
Если мы, конечно, переживем апокалипсис обещанный, да. Не знаю, не могу сказать, да, в конечном счете, нет, да, есть, ну, другое дело, есть такая оперативная тактика, вот, да, что делать с ними сегодня, значит, и так далее, в чем хранить. Ну, во-первых, могу сразу сказать, вот, да, были вот этот всплеск на валютном рынке. Он был, он сейчас, в общем, во многом купирован, рубль опять укрепляется, я думаю, он... Ну, правда, вот опять у нас нефть пошла вниз, так что, наверное, рубль опять может ослабнуть. Но, опять-таки, ничего катастрофического с рублем не произойдет. Опять-таки, это первое, да, поэтому вот просто, да, на такие всплески, там, начинать бегать, шарахаться, перекладываться из одной валюты в другую не надо, если это, ну, хоть сколько-нибудь среднесрочное сбережение. А, опять-таки, хранить, ну, в любом случае, конечно, самая надежная валюта на сегодняшний день, это в любом случае доллар США, и она умрет последней. И это тоже надо понимать, да. Доллар умрет последним, поэтому, конечно, ему должно быть уделяться наибольшее внимание. Опять-таки, а вот в чем хранить, это такая тактика, ну, которую можно там варьировать, смотреть. Вообще все должны, понимаете, это раньше казалось, что сберегать это очень легко, да, что-то нашел место, да, там, и сберег. Да, сейчас выясняется, что сбережение это работа. Тот, кто хочет сберечь, должен работать для того, чтобы сберечь. Он должен читать новости, он должен понимать, разбираться, что это означает. Он должен там заниматься собственной аналитикой, читать аналитику, заниматься собственной аналитикой, пытаться понять, да, что происходит. Вот просто сберечь и забыть не удастся теперь. Потому что, вот, скажем, я не думаю, что нынешний всплеск он будет таким долгосрочным или сколько-нибудь катастрофическим, но такие вот ситуации, они будут все время повторяться, они будут все тяжелее, они будут все острее, промежутки между ними будут сокращаться. Да? Если вы хотите сберечь, вы должны работать. На что же надо обратить внимание людям? Вы сказали про аналитику, но вот вы как эксперт, на что бы посоветовали людям обращать внимание? На какие параметры, которые им помогут сберечь их деньги? Ну, вот, вы знаете, это очень сложный вопрос. Значит, не для того, ну, мы, в общем, достаточно хорошо прогнозируем все вещи. Для нас ничего неожиданного в экономике не происходит, но мы, ну, мы все-таки исследовательская группа, да, мы следим за очень многими параметрами. Мы следим за экономикой всего мира, во-первых. И, в общем, другого подхода сейчас нет. Вот, говорят, глобализация. Да, это не пустое слово. Да. То, что творится там где-нибудь в Тьмутараканске, в российском, в глубинке, да, определяется, может определяться тем, что творится в Австралии, в Аргентине, в Бразилии или еще где-то, про которые там, может быть, даже и не слышали, или если слышали, то как совсем экзотических местах. Да. Поэтому вот тут такого простого, да, ну, надо, по крайней мере, ну, в любом, да, давайте еще раз, в любом случае следить, да, там, следить за ценой на нефть первую. Ну, для рубля, если речь идет о рубле, то, конечно, следить за ценой на нефть. Какие факторы на нее влияют, что, опять-таки, нельзя сказать, да, что, дайте, вот следите только за ценой на нефть. Цена на нефть важный фактор. Но бывают и другие факторы, которые тоже влияют на курс рубля. Поэтому начали следить за нефтью. Ну, я говорю, это работа, да, она должна развиваться. Значит, начинайте следить за другими параметрами, за долговым кризисом в Европе, как он развивается, что там, какие решения принимаются, каковы уровни там. Вот, стоимости долга, скажем, для проблемных стран, там, для Италии, Испании на сегодняшний день вот, критически. Поймете это, да, там, в любом случае, еще раз повторяю, зависит от всего, от Австралии, от всего. Да, надо просто расширять все время этот круг. Олег Вадимович, ну вот у меня такой вопрос, чисто, скажем так, из здравого смысла, а не из
каких-то экономических знаний. Ну, вот каждый человек может задаться простым таким вопросом. Но если можно все-таки предсказать курс, да, вот если отслеживать параметры, каким-то образом научиться это делать, то такой человек, не знаю, там, станет миллиардером в долларах в течение года. Поскольку мы этого не наблюдаем, то, видимо, это, наверное, и невозможно. Нет, смотрите, здесь же прогнозы разного уровня, да. Вот, опять-таки, та ситуация, которая сейчас сложилась, для нас не была новостью, мы ее ждали там где-то с марта. И вообще, и как бы ждали еще дождь, да, мы знали, что что-то подобное произойдет, значит, сначала не знали примерно когда, да, потом. Мы не могли сказать, да, что это произойдет в такой-то день и час, да. А каков коридор точности ваших прогнозов? По времени. Ну, в час, день вы не могли сказать. А вы могли сказать неделю? Нет, давайте. Вот с марта мы начали ждать. Да, то есть, начиная с марта, это могло произойти в любой день. Но при этом я, опять-таки, понимал, да, что это может там произойти там 8 марта там, на женский праздник, да, 1 апреля на день дурака или на день трудящихся 1 мая. Равновелик. Да, мы просто смотрели, да, ситуация идет сюда. Вот в эту и ничего сторону. Уже изменить нельзя было. И не, да, было, ну, понятно, что это однозначно будет. Практически так. Ничего, ну да, потому что мы знаем возможности политиков, мы знаем возможности там, денежных властей. Опять-таки мы следим и за их политикой. Да, вот смотрите, я читаю сегодня утром комментарии, да, там с лупой вот, выступил вчера Бернанке перед Конгрессом. Там все, кто работает на этом рынке, с лупой, каждое слово. Вот в прошлом своем комментарии он сказал такое слово, а сегодня сказал там другое слово с другим нюансом. Что бы это значило? Да? Вот какой уровень сейчас прогнозирования, чем сейчас все занимаются. Да? Ну и мы тоже занимаемся. Вот. Но мы, поскольку мы этим профессионально занимаемся, я еще раз говорю, да, вот с марта этой ситуации надо было ждать. Ничего такого сверхъестественного там не было. Если появилась бы новая идея, мы бы там, скажем, у себя в блоге или еще где-то написали бы, там, стали бы кричать. Вот, наконец, новая идея, молодцы, замечательно. Поскольку этого не было, то... А вот можно уточнить. Вот смотрите, допустим, я все-таки все к деталям привязываюсь. Допустим, с марта вы поняли, что, ну, что курс упадет. Я правильно понял? Несколько упадет. Нет, давайте. Мы поняли, да, что будет обострение мировой экономической ситуации. Да, в первую очередь в Европе, это было понятно, да, там кончился второй этап программы там, снабжения европейских банков ликвидностью, больше новых не объявляли, значит, это должно было, как бы, значит, все, новых денег нету, должно наступить ухудшение ситуации. Это мы ждали, это мы понимали, да, как оно будет развиваться, ну, по мере того, как шел процесс, становилось ясно, да, что и будет, что рубль слабый, да, но при этом, вот давайте, да, рубль с одной стороны слабый, с другой стороны, сейчас Центральный банк достаточно жестко контролирует рубль. Он, кстати, вот он это и показал, да, мы это знали, да, мы, опять-таки, мы знали, что наш Центральный банк, вот, нагревшись один раз на плавной девальвации, допустит, если что-то произойдет, резкую девальвацию до какого-то предела, да, и только после этого предела начнет там ставить. Вот эти вещи нам всем были, нам все были понятны, да, то есть вот все детали, да, когда наступила ситуация, они просто все сложились, вот пазл сложился, да, вот такая ситуация, все, что мы знаем про нее, вот будет развиваться так, мы знали. Опять-таки мы там, я всех успокаивал, выступал там на Эхе Москвы еще где-то, что не надо паниковать. Ну, знакомые все сразу начинают звонить, да. Не надо паниковать, все успокоится. Ну, все действительно успокоилось. Вот, ну, вот так. Хорошо. Тем не менее, поскольку вы уже определенную работу провели, вот вы советуете другим людям, которые хранят свои деньги, работать, да, над этим вопросом, но вы эту работу провели. Что вы скажете, что вы им посоветуете вот именно в среднесрочной перспективе? Куда им вложиться?
Если вы уже провели работу, уже примерно знаете ситуацию. Нет, ну я еще раз повторяю, на самом деле сейчас, вот сейчас, да, в нынешней ситуации оснований там для какой-либо вот паники или перекладывания из одного в другого, их пока нету. Да? Опять-таки, ну я давно, это стратегический, да, выбор, конечно, ориентироваться на доллар. Вот стратегически просто потому, что с ним может происходить все, что угодно, но выживет последний он. Да, опять-таки, есть у вас, да, пожалуйста, сейчас, да, вот, смотрите, сейчас эта ситуация вся облегчилась, да, ждем решения, вот, опять-таки, да, чего надо ждать? Надо ждать решения ФРС, вот, будет 19-20 июня, будет заседание ФРС, следующее заседание ФРС 1 августа, значит, на котором могут объявить о том, что будет новый этап какой-то количественного смягчения. Вот в эти две даты. Что такое этап количественного смягчения? Ну, то есть возьмут американцы просто еще напечатают доллары. Да, сделают эмиссию, если грубо говорить, да. Конечно, значит, если они это сделают, то доллар временно упадет там и к евро, и к другим валютам, и даже рубль, может быть, немножко укрепится. Опять-таки, тоже не надо паниковать, потому что как только это произойдет, все остальные вынуждены будут проводить денежное смягчение у себя, да, поэтому я еще раз повторяю, ну, в некотором смысле сохранять спокойствие, стратегическая ставка доллар, ну, и все-таки следить за тем, что происходит. А как бы вы прокомментировали очень известную точку зрения, которая, казалось бы, стала общим местом, ну, года так, ну, минимум лет 5, и за это время много раз говорили, ну, вот же печатает США необеспеченные деньги, что будет крах доллара, что это пирамида. Ну, вы слышали же наверняка все эти прогнозы и так далее. Но сейчас вы говорите вещи достаточно нетипичные, что нет, доллар это самая, фактически вы сейчас сказали, надежная валюта. В чем дело? Нет, понимаете, вот есть, давайте, есть два аспекта, ну, всегда рассмотрения экономики. К сожалению, да, они все время разорваны. Одни смотрят с точки зрения финансовой. И вот когда смотришь на доллар с точки зрения чисто финансовым взглядом, да, вот смотришь, что там происходит там, с долгами, с накоплением, значит, и так далее, да, то, в общем, с чисто финансовой точки зрения, да, действительно, кажется, что вот доллар, ну, там, пирамида, которая рухнет. И, ну, и в некотором смысле, конечно, это произойдет, да. Я смотрю на все преимущественно с экономической точки зрения. Ну, кстати, под влиянием вот тех, кто говорил там про крах доллара, да, стал смотреть и как бы гораздо больше внимания уделять на финансовую сторону. Значит, конечно, с экономической точки, давайте говорить, с экономической точки зрения США все равно остается мотором мира. Да, американский спрос, вот мы смотрим, да, просел американский спрос чуть-чуть, да, в Китае начинается беда, в Европе начинается беда, во всем мире начинается беда, да, все равно мотор мира находится, мотор мировой экономики находится в Соединенных Штатах, и это совершенно очевидно, поэтому что бы там, пирамида, не пирамида, вот мы, понимаете, в этом смысле весь мир становится заложниками, да, там, китайцы, вот, ну, иногда смешно, там, китайцы вдруг обидевшись начинают говорить, да, мы перестанем там покупать американские казначейки, вообще выйдем в какую-то другую валюту. Ну, правда, вот после краха евро у них перестало, не краха, а вот кризиса евро, у них, конечно, таких разговоров поуменьшилось. Это вот они раньше могли такое говорить. Значит, мы выйдем из доллара, перестанем покупать, американская экономика рухнет. Но те же самые китайцы понимают, ну хорошо, рухнет китайская экономика, американская рухнет китайская, причем гораздо быстрее, с гораздо более тяжелыми последствиями. Потому что США покупает их товары. Потому что США покупает их товары, и на этом Китай живет. Вот он только на этом живет. Да? Там, Америка, да, она может сказать, она печатает доллары, там все грабит и так далее, но она при этом еще кучу всего сама производит. И кучу, и в принципе все может производить.
И вот даже посмотреть, да, что сейчас произошло в кризис, они, в общем, даже проблемы энергетики смогли решить, ну, за достаточно короткий срок, да. Резко снижен импорт нефти, по газу они вообще стали самодостаточными, даже скоро станут экспортерами газа. То есть американская экономика, ну вот она все равно, ну я еще раз говорю, да, мотор мировой экономики, да, поэтому что бы ни случилось, вот, все остальные будут рушиться, ну да, вот там, Греция, Италия, Испания, допустим, там, вообще большая часть Евросоюза, да, а вот Соединенные Штаты останутся. И их валюта будет что-то стоить, ну, потому что они что-то производят. Ну, наверное, не зря говорят, что вот политика — это концентрированная экономика, и не зря, наверное, стоит обращать на политические вещи. Может быть, вот вы прокомментируете этот мой тезис, насколько я прав или не прав, а может быть, ситуация с кризисом в какой-то степени политическая, а не экономическая. То есть здесь перед нами как бы трюк под видом искусственно созданного кризиса и политических всяких передряг, которые, опять же, искусственно вызываются. Ну, то есть, искусственно делаются забастовки, искусственно делаются митинги. Люди просто выводят по приказу той же правящей элиты, которая сама же управляет и экономикой. Это делается для того, чтобы потом списать долги. Сказать, ну, мы не можем, ну, не можем. И их долги будут просто обесцениваться. Я не знаю, насколько Россия покупала или, не поку- или, или будет покупать греческие бумаги, испанские и прочее. Ну, мы кипрские купили. Кипрские купили, а про испанские был разговор. Просто складывается впечатление, нет ли тут самой обыкновенной разводки на уровне вокзальных шулеров, которые что делают, я имею в виду, в глобальном плане, у себя имитируют кризис, под это дело, естественно, люди сбрасывают их бумаги, они становятся обесцениваются, а потом сам же вот этот вот эмитент бумаг их же искупит за меньшую сумму. А может, вообще платить не будет? Нет, ну, смотрите, давайте еще раз. Ну, опять-таки, вот этот кризис, да, который произошел, да, он же не произошел, там, например, для меня не неожиданно. Да, там, дело не в этом. Есть экономические законы, согласно которым он произошел. Да, и когда в 2007, да, все же заговорили в 2008, что вот кризис, 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 да, начался он в 2007, там... Начался, да, раньше. Никто еще, да, вот все, да, я, как только он начался, даже вот еще раньше, когда Андрей Кобяков еще в феврале 2007 года опубликовал свою статью о ситуации на рынке недвижимости в США, да, в общем, было, уже было понятно, что этот кризис, да, вот он созрел, ожидавшийся. Более того, это и есть тот самый глобальный кризис, да, вот не локальный, который глобальный. Да, я уже тогда, в 2007 году, понимал, что он будет длиться там и 10, и 20 лет, и нету способов из него выйти. Конечно, как всегда, ну, в некотором смысле вы правы, но это такое наблюдение. Да? В мутной воде всегда есть любители половить рыбку. И они, конечно, ее ловят. И вот мутная вода образовалась, значит, и мы видим там кучу рыбаков всяких сидящих. Да? Но не они замутили. Им было бы, в принципе, им было бы легче там решить те же самые проблемы и без кризиса. Я почему вам задаю этот вопрос, это не потому, что я не понял вашего ответа. Ваш ответ понятен. Я просто хотел бы, чтобы вы комментировали различные модели. Вот одну из них я сказал. Это модель такого трюкачества. То есть, по крайней мере, отчасти кризис объясняется искусственными причинами трюкачества. Вы с этим фактически отчасти лишь согласились. Но есть еще... Нет, я не согласился. То есть, кризис, конечно, кризис, да. Кризис был, но в нем еще и ловили рыбу. А то, что, ну, понимаете, это нормально... То есть, ну, бессмысленно, это народная мудрость, да, просто на это обращать, да, нас все, меня все-таки интересует, меня интересует вопрос, значит, почему вода мутная, это гораздо более сложный там и... Сейчас мы да. перейдем. Вы с экономической точки зрения смотрите, а поскольку здесь появляются люди широкого, широчайшего экспертного поля, и они тоже высказывают свои экспертные
модели кризиса, я эти модели вам переадресовываю. Ну, и мы так создаем общую картинку для тех наших зрителей, которые долго нас смотрят, а не только одну передачу. Вот одна из объяснительных моделей заключается в следующем, еще одна, что на Западе поняли в какой-то момент, что их рабочая сила переоценена, слишком уж переоценена. Ну, мы знаем, что рабочая сила в других странах, вот имеется в виду на самые обыкновенные традиционные отрасли, ну, действительно невысокие. Я понимаю, да. Да. Что тогда делает западная элита? Она становится перед необходимостью реиндустриализации. Но как это сделать? Ну, не загонишь людей на заводы. Она создает кризис для того, чтобы, опять-таки, люди почувствовали себя неуверенно, люди уже смирились с понижением уровня жизни и как бы начали выживать. И уже ментально, пропагандистски приняли идею восстановления заводов, снижения своей зарплаты и так далее, и так далее. Это чисто политическое объяснение, обратите внимание. Как вот вы к этому относитесь? Ну, смотрите, давайте. Тут два момента. Ну, первое. Давайте. Я не знаю, кто рассказал такую модель. Ну, наверное, очень умный человек, да. Наверное, он сам лично очень умный человек, да. Но, знаете, мы все хорошо знаем уровень элит. Откуда западных. Мы его знаем? Вы поймите, а ниоткуда нельзя. Я знаю, да, я знаю уровень экономической науки, я знаю уровень экономической теории, я знаю уровень экономического образования. Да? Для того, чтобы сделать некоторые там важные там вещи, да, надо совсем по-другому смотреть на экономику, чем это преподается в вузах, чем это пишется в журнал и так далее. Да? Не существует какой-то там подпольный, да, там, в шарашках там, под Вашингтоном, кто-то делает правильную экономическую науку. Ну, такого не бывает. Очень трудно себе представить. Ну, делают такое в науке, в физике, в инженерных искусствах. В физике можно сделать, да, но не в экономике. Да, в экономике там работают, там реально работают, да, вот это все, что мы называем там экономикой, там, включая науку и экспертизу, да, это сотни тысяч, миллионы людей, да, работают. Который, еще раз, ни в каких шарашках это не могло там прийти в голову. Это, ну, я просто, да, там, поэтому, опять-таки, кому-то могло прийти, да, там, что-то, вот, я могу сказать, да, опять-таки, мы ждали кризиса, мы знали, почему. Я не входил в Вашингтонскую шарашку, да, вот, не сидел в ней, поэтому, вот, для меня это было объективно, да, я со стороны смотрел, да, будет кризис. Ну, бог с ним, значит, с этой темой, значит, я понимаю, как они мыслят, я понимаю, как они думают, и, конечно, совершенно точно даю гарантию, что никто из них так не думал. Были другие мысли перед кризисом, вот это я читал в литературе, другие мысли были перед кризисом. Они как раз связаны, но это вот очень редкие, причем понятно, что авторы находятся там не в шарашках, не где-то в мейнстриме, а это такие вот ну, маргинальные авторы, которые, ну, которых публикуют, но это вот на полках. И что же говорят? Вот они как раз, они рассматривали этот вопрос. Они как раз настаивают, что должна быть какая-то политика, согласно которой бы в развивающихся странах, в экспортных отраслях происходил бы, вот, заставляло бы повышать зарплату. Да? Не снижать. Снижение зарплаты — это вообще бессмыслица. Да? Мы говорим, мы хотим провести реиндустриализацию, значит, давайте снизим зарплату. Дорогие товарищи, мы проводим реиндустриализацию. А кто будет это покупать? Кто будет это покупать? Ну, о чем речь? Вот та мысль, о которой я говорю, она хотя бы... Мировой покупатель будет покупать, они говорят, такие люди. То есть это будет работа на экспорт. На экспорт кому? Другим странам. А кому? Смотрите, сейчас китайский рабочий получает там 10 тысяч рублей в месяц.
Это условная цифра или реальная? Ну, близкая к реальной. Да. $300, иными словами. $300 в месяц. Это вообще много. Это я даже перебрал. Да, я вот и удивился. Это я немножко перебрал. Да, скажем, 5-6 тысяч долларов. 5-6 тысяч рублей в месяц. Представьте, да, вот я для наших слушателей. Вот представьте, да, вот он 5-6 тысяч. Что он может, да, вот мы говорим, да, вот своих рабочих, там, американских, мы сейчас загоним в нищету, начнем что-то строить, индустриализировать. Кто? Этот китайский рабочий, с чего он разбогатеет? Китайский рабочий продает этим американским рабочим, да? Китайский рабочий вообще потеряет и свои эти 6 тысяч рублей, как только у американцев снизится уровень заработной платы. Там таких мыслей даже не приходило в голову. Еще раз, вот здравая мысль, как-то способствовать, там даже была, да, идея там, вот, мирового регулирования, там, не покупать товары, запретить импорт товаров, который произведен с уровнем зарплаты ниже там некого нормируемого. Вот такая идея. Эта идея мне понятна. Вот эта идея, причем она отчасти маргинальная, когда высказывалась, и, в общем, в маргинальной части спектра экономического, но она была, да, а вот понять, да, что элита, кто-то там сел, да, значит, а в шарашках делают что-то одно, значит, другие, мы же их всех знаем, там, Саммерс, кто такой, да, а другие сидят в правительстве, и они что, ну, Саммерс, я знаю Саммерса, да, там, какой-то шарашечный ученый, ему придет чего-то советовать. Он его пошлет куда подальше. А что думает Саммерс, я хорошо знаю. А Саммерс, в общем, определял экономическую политику у Обамы долгое время. Поэтому... Хорошо. Тогда есть еще действительно способ понижения конкурентоспособности не американской экономики, это заставить их укреплять свои валюты. Как вам эта идея? Сейчас укреплять развивающиеся. Да. Не, ну это все мы видим, да, да, там это мы видим, как раз торговая война там, между США и Китаем. Она опять-таки такая мягкая, потому что, еще раз, игроки настолько взаимозависимы друг от друга, что не могут совершать сейчас резких движений, да. Конечно, там американцы требуют от китайцев. Это, в общем, то же самое, да, о чем мы только что говорили. Если вы укрепляете юань, то вы тем самым повышаете зарплату, да. Повышаете зарплату. Конечно. Вот, это другой способ. Только там речь шла все-таки о некотором таком регулируемом механизме, а тут такой вот он мягкий, потому что как бы вот слово. Ну да, заставляют, да, там бразильцы кричали некоторое время назад страшным криком, собственно, вот выражение там валютные войны, это Монтега, министр финансов Бразилии, первый произнес вот на уровне политическом, да, и потом с тех пор стал повторять. То есть эти события, конечно, идут, да. Вот это опять-таки из серии ловли рыбки в мутной воде, да, там вытащить, там кто вытащит, да, все хотят, чтобы кто-то со стороны вытащил мировую экономику, да, развитые страны не могут, пусть развивающиеся вытащат, да, а развивающиеся уже говорят, да нет, в общем, ребят, это не наши проблемы, да. Там, либо вместе, либо еще как, ну, то есть, ну, этот процесс идет, мы за ним следим, но он такой, понимаете, он все равно ни о чем, да, это все равно перекладывание там, или латани Тришкиного кафтана. Ну что ж, эфир наш закончился. Последнюю реплику, последнее резюме, вывод передачи, вывод своей точки зрения, который вы хотите сказать, кратко сжат. Скажите нашим зрителям напоследок что-то.
Ну, я напоследок, наверное, повторю, там, чтобы запомнили, да, что сейчас сбережение денег становится работой, да, становится профессией. Если вы хотите сберегать деньги, то вы сами должны становиться профессионалами, стремиться становиться профессионалами в деле сбережения денег. Никто вам не поможет. Опять-таки, да, те, кто называет себя профессионалами, скорее всего, нацелены сейчас на то, чтобы вас обобрать. Да, и тут надо думать самим. Да, это работа, да, это профессия, которой надо самим заниматься. Потихоньку, полигоньку осваивать, если вы действительно об этом думаете. Очень многие люди уже, ну, я просто знаю, потеряли деньги там, либо в мошеннических схемах, либо там, поддавшись на рекламу, либо еще каким-то образом. В общем, сейчас надо быть осторожным, надо самому принимать решения, самому думать свои головы. Спасибо. В студии был научный руководитель научно-исследовательского центра «Неэкономика» Олег Вадимович Григорьев.